Техника выполнения упражнения приседаний. Исходное положение стоя, ноги на ширине тазобедренных суставов, лопатки приведены и опущены. Во время всего упражнения следим за тем, чтобы мышцы брюшного пресса были в напряжении. Если приседания мы выполняем с весом, то штанга располагается на верхней части пиццевидных мышц и спрятана на середину свода стопы. Движение начинаем с перемещения таза назад. То есть в первую очередь мы не колени гоним вперед, а перемещаем таз назад. Следим за тем, чтобы сохранялись естественные изгибы позвоночника. Слишком низко мы не опускаемся, чтобы у нас не воплощалась поясница. Во время всего упражнения следим за тем, чтобы колени смотрели по направлению стопы, ориентируемся на средний палец. Также смотрим, чтобы у нас носки не отрывались от пола. Верхние точки колени мы не возгибаем до конца, оставляем так называемые чуть мягкие колени. Вниз мы делаем вдох, вверху выдох. Вдох и выдох. Следующее упражнение – выпады. Исходное положение стоя, ноги на ширине таза, лопатки приведены и опущены. Следим за тем, чтобы позвоночные кости у нас находились на одном уровне. Оставляем вес тела на впереди стоящей ноге. Вторую ногу мы перемещаем назад, перемещаем таз назад и делаем выпад. То есть вниз – вдох, вверх – выдох. Следим за тем, чтобы подвздошные кости у нас находились на одном уровне, то есть они у нас не вилялись стороны в сторону, и чтобы колено смотрело по направлению стопы. Вдох и выдох. И здесь также вставляем в конце чуть мягкое колено, то есть не разгибаем его до конца. Следующее упражнение у нас будет на укрепление трехглавой мышцы плеча. Разгибание предплечья в наклоне. Исходное положение стоя. Ноги на ширине таза, лопатки приведены и опущены. Представим, что в руках у нас находится вес. Так, корпус мы наклоняем вперед. Движение мы начинаем с разгибания предплечий. И в конце мы делаем супинацию плеча, чтобы как можно больше напрячь трицепс. То есть разгибаем и супинируем. Во время всего упражнения следим за тем, чтобы локоть был зафиксирован четко в одной точке, чтобы не было у нас вот такого движения. То есть так. И не забываем супинировать. То есть вдох. И выдох. И последнее упражнение у нас будет на пресс. А именно сгибание туловища. Исходное положение лежа. Ног согнут в коленных суставах. Поясница во время всего упражнения прижата к полу. Руки мы кладем к виску. Не убираем за голову, чтобы не напрягать лишний раз шейные мышцы. На выдохе мы делаем подъем, отрываем лопатки от пола, на вдохе опускаемся вниз. Уровень сгибания у нас около 30 раз, то есть слишком высоко мы не поднимаемся, чтобы лишний раз нам не напрягать поясницу и чтобы не было болей в будущем.